Всем доброго времени суток. С вами канал Артмания. И сегодня я вам буду показывать, как можно растопить свечку в микроволновке. Вот я недавно делала вот такую вот свечку. На нее можете посмотреть прошлый мастер-класс. И так получилось то, что там вот у меня, видите, ямочка. То есть там свечка высохла и еще немножко не хватает. Сейчас я буду растапливать свечку, чтобы туда залить. Поскольку у нас нет электрической плиты и газовой плитой мы не пользуемся, а пользуемся мультиваркой, то растапливать я буду в микроволновке. И расскажу, как это сделать очень легко и просто. Для этого нам понадобится стакан, пластиковый стаканчик, туда я уже наломала свечки. Крышечка, она уже деформировалась у меня. И пищевая пленка, желательно мокрая. Я ее уже намочила, видите? Когда она мокрая, она прилипает хорошо. И, конечно же, кипяток. Кипяток я вскипятила в чайнике. Сейчас мы его зальем. Мы заливаем его в стакан. Где-то половинку, наверное. А наши свечки мы вот этой вот пищевой пленкой обвертываем, чтобы там создался эффект пара, который никуда не уходит. Эти свечки мы ставим в этот стакан, а сверху просто прикрываем крышкой, чтобы она держалась. Вот она, видите, держится. И отправляем в микроволновку минуты на 3. Вот 3 минуты прошло. Свечка наша растопилась. Для этого, чтобы ее еще открыть, вам понадобятся такие вот щипчики. Потому что все очень горячее. И мы с вами открываем. Вот вы видите, стаканчик я подцепила. Свечка растопилась. Сейчас мы его ставим сюда. Стакан наш пока убираем. Ну, стаканчик он быстро остывает, поэтому проблем не будет. Вот наша свечка. И теперь можно залить. Он уже холодный. Вот, пожалуйста, посмотрите. И аккуратненько заливаем. Она как водичка почти. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите новых мастер-классов. Всем пока-пока!